Всем здравствуйте. Когда я начал делать станок для холодной ковки, на Алиэкспрессе я заказал педали управления. Ну, вот такие вот педали. Стоили они 1800 вроде. Ну, 1800 с копейками. Ну, вот пришли в такой вот упаковке. Ну, и в целлофане. Но станок я уже доделал, туда нашел педаль. Но не в этом суть. Хотел показать, как они устроены внутри. В описании там не было устройства. В общем, я крышку уже открутил. Здесь установлено два концевика. Вот. При нажимании один контакт отключается, а второй подключается. Но вначале один отключается, потом только второй включается. Ну и оба одинаково. Но я рассчитывал, что тут будет два контакта включаться. Но с такой схемой это... Надо еще ставить контактор, ну или магнитный включатель. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Может, кому-нибудь это видео будет полезно. Вот, снизу оно вот так выглядит. Тут резиновые ножки есть. Ну, все.